Всем привет из морозного Казахстана. У нас сегодня минус 35. Я бегу по делам. Мне надо в банк забрать карточку. Сделали уже карточку мамину очень быстро. Вот по такому морозу. Ночью, наверное, было еще холодней. Ой, камеру держать практически невозможно. Рука замерзла. Вот это у нас набережная Ульбы. Если видно, стоит пар. Холодно. Все, я побежала. Бегала по морозу сейчас по делам. Жаль, что не успела. Еще из банка мне позвонили. С красным носом стою. Ой, кошмар. Мороз у нас под 40. Ужас. Холодно. Не то, что вот у меня лицо никогда не мерзнет. Вот. А надо было еще одну кофточку поддеть. А так я вообще люблю мороз. Мне нравится, когда морозная такая погода, да еще снежок. Ну, вот давно снега не было. А так вообще замечательно. Люблю мороз. Вот. И как раз позвонили из банка. Я маме карточку получать приехала. Вообще, ну, так здорово, так быстро. Вот, молодцы. Девочки, здорово так это. Я буквально когда... В начале недели пришла, с доверенностью показала все. Ну, я думала, там это еще неделька, две будет там где-то. Сегодня уже позвонили к вечеру ближе, что все готово, приходите, получайте. Прям так приятно порадовали. Ой, действительно, здорово, молодцы. Вот. Я даже не рассчитывала так быстро все это дело сделать. Я думала, ой, я еще тут побелю, покрашу. Все успею сделать, а тут все, можно уже карточку получать и ехать назад. Но, скорее всего, я так быстро не поеду. У меня тут еще кое-какие планы. Вот, все-таки я, наверное, и маломальский ремонт доделаю, что-то сделаю. Вот. Ну, бегала я опять там по своим делам, назад бегу. Смотрю, куры продают гриль. У нас такие куры гриль делают. Вообще, вот где бы я ни была, они вот не вообще нигде, вот так вот куры, они... В общем, нигде, кроме Усть-Каменогорска, таких кур вкусных я не брала и не пробовала даже. Вот я не знаю, как они делают такой рассол обалденный. Они их замачивают, такие ароматные, ну вот бесподобные куры. В общем, я сейчас покажу. Взяла половинку курочки и по такому морозу притащила. Она, правда, еле теплая. Сейчас переключу, что там у меня не переключается. Телефон заморозила. Вот, взяла полкурицы, потому что гостей сегодня не предвидится, а целиком курицу мне, конечно, много. Она и так достаточно большая. Вот, но аромат стоит, вот когда готовят их, это что-то потрясающее. Она не пережаренная такая, знаете, не вот без всяких там подпалин. Вот настолько сочная, ароматная, вкусная, что если вы будете в Усть-Каменогорске, обязательно возьмите себе курочку и попробуйте. А еще не удержалась, взяла вот такой вот хлебушек. Я обычно тут беру или элит, вот это элит. Хрустящий, белый, ароматный хлеб. Вообще я вот отрезала уже горбушку. Сейчас я буду с курочкой. С мороза прибежала, очень хочется. Или межибицкий, очень тоже вкусный. Вот хлеб, вот элит и межибицкий. Это великолепные хлебушки. Такие, так что вот у меня сегодня программа беготня. Приятные новости с банком. И сейчас будет такой вкусненький ужин.